Внимание! Данное видео создано ради проверки эксперимента в качестве ознакомления как документальное кино, и ни в коем случае повторять за нами не стоит. А всем привет, с вами Тимон, и наконец-то у нас посылочка из Китая. Я заказал интересную штуку, давно хотел провести этот эксперимент, и что, как вы думаете, что там? А, блин, вы же явно по превью картинки уже все знаете. Ладно, погнали все распаковывать. Короче, это кремниевые стержни, вернее, правильно их называть ферритовые, так как в состав входит еще и магний. Ну зачем они нужны? С них можно высекать клевую искру ножом, если вы по ходе, к примеру, и хотите развести костер. А можно сделать очень прикольный фейерверк. Как вы помните, все мое детство нагревали кремень зажигалки и кидали его в стену. Было прикольно. В этот раз я хочу нагреть таких 5 больших стержней и кинуть на них гирю со второго этажа, это будет реально эпично. Единственное, я пока не решил, как же мне их закрепить, чтобы было это все эффектно и сработало. О, а если вот такой вот проволокой от бенгальского огня, он же выдерживает температуру самого бенгальского огня, думаю, выдержит и температуру нагретого кремния. Симайки.ру – крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. 10 лет работы и сотни тысяч довольных клиентов. Будь ярким и выражай себя в принтах, дари подарки близким. Заходи на сайт или скачивай мобильное приложение. Для подписчиков канала скидка в 10% по промокоду. Ссылка в описании. Так, ребята, мы уже выехали на заброшку, и кремень у нас установлен на железный лист, и кидать мы будем со второго этажа, и мы реально постараемся выдержать безопасное расстояние, ну, чтобы искры не достали нас, не дай бог, и безопасность прежде всего. У нас тут есть защита для лица и для глаз, и я настоятельно не советую за нами повторять, ребята. Лучше просто смотреть на результаты. Нагревать все это дело мы будем двумя большими горелками, ну, чтобы это было быстро, и кремень не успел остыть, и я надеюсь на удачный исход. Да, ребята, мы уже готовы скинуть гирю. Жмакните лайк нам сейчас на удачу, он нам понадобится. Это было жестко, гиря улетела вниз аж на первый этаж, мы сейчас аж на четвертом. Искры были прикольные, ну конечно не так, как я задумывал, короче. Лучше того видео, где я ударил кувалдой такой кремень, конечно же не получилось. Но я все равно доволен, так как отрицательный результат тоже результат, и мы экспериментируем, делаем шоу, пробуем разное. Я надеюсь, вы нас поддержите лайками и подпиской, так как мы планируем надуть огроменный шарик с водородом. 30 тысяч лайков, я выпускаю это видео, жмякните на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Всем удачи и пока-пока.